сильную веру в мое сердце. У меня мама очень терпеливая и сильная духом. А папа, спасибо, что он дал мне жизнь. Я скажу, что мне нравится в папе, что он любую ситуацию может повернуть так, что это будет приятно, ну то есть даже если какая-то... Если какая-то ситуация, он все может повернуть, что будет все весело, хорошо. А мама все любит делать четко. Я этому тоже у него учусь. Мой папа очень добрый, очень добрый. Добрый — это не просто как бы характеристика, а реально очень добрый. А мама заботливая и дисциплинированная. Мои родители очень щедрые и жертвенные. Они жертвы не только для нас, но и для других людей. Для нас очень большой пример. Папу я уже сказала, а благодаря моей маме я никогда не встаю по будильнику, не готовлю себе завтраки, и каждый день, выходя из калитки, я вижу в окне ее улыбающееся лицо. Спасибо моей маме за то, что она всегда заботится обо мне, всегда заводит в школу. Мои родители самые искренние люди, и еще они научили говорить всегда правду. Мой папа меня всегда понимает, а мама постоянно поддерживает. Я люблю своих родителей за то, что им всегда интересна моя жизнь. И каждый раз, когда я возвращаюсь домой, бывает в 2, в 3, бывало в 4 ночи, всегда могу подойти к маме и знать, что она не может уснуть, пока я не вернулся. Всегда меня ждет. Моя мама очень жертвенная, и я всегда учусь у нее с самой дачи. Папа очень чуток к нашим переживаниям. Спасибо нашим родителям за то, что они нас с детства приучили ходить в Дом Божий. Я благодарю за заботу и за поддержку, и за то, что мама вкусно готовит. Мне очень нравится то, что у меня мама очень любит порядок, и нас тоже этому учит. А папа, он неважно, насколько поздно мы будем возвращаться домой, он всегда звонит и говорит, что мы можем ему позвонить, и он нас заберет откуда надо. Наши родители очень понимающие, постоянно нас поддерживают и не заботятся. Я помню, что родители очень поздно ложились отдыхать, а рано утром уже в школу нас поднимали, и был хороший завтрак, и это забота о нас. Любят, поддерживают. Родители самые добрые, самые красивые. Оставайтесь такими, какие вы есть. Одно из многочисленных добрых качеств моих папы и мамы, то, что они гостеприимны, и это на нас приучают. Что мне нравится в папе, это то, что он никогда не отказывается сделать что-то даже для других людей и для нас в первую очередь. Спасибо, папа. И мама, спасибо за то, что благодаря тебе я не боюсь работать, люблю трудиться. Спасибо большое. Спасибо, что вы вложили в нас страх Божий. И еще мне за что спасибо. Мне повезло с девочкой. Ну, родители у нас добрые и хорошо кормящие. Мне очень нравится, что я с мамой могу поговорить о всем. Моя мама — моя лучшая подруга. Мамочка, к сожалению, тут папы нету. Я хочу сказать спасибо за все, что вы делаете для меня. Хоть я не всегда была хорошей дочерью, всегда часто непослушная. Я очень вас люблю. Мне нравится наш папа, что он всегда заботится о том, о всех наших проблемах и хочет их решить там и сам, и помогает. Допустим, на этой неделе он простоял, наверное, 5 часов на границе, потому что ждал мою посылку. А мама вообще со мной всегда нянчится, когда я дома. Мама, с днем рождения! Пусть Бог тебя благословит. Вот. А папа, я очень рад, что с папой я могу обсудить любой вопрос.
Слава Богу.